Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить... Ой, тут Обливион, короче говоря. Мы находимся в Скинграде, у нас по-прежнему достаточно серьезные проблемы, ввиду того, что мы установили мод Аскура Обливион Оверхол. Он, конечно, сделал нашу жизнь гораздо сложнее, но при этом сделал, собственно, игру гораздо более интересной. То есть перекроил баланс должным образом. Мы, в принципе, находимся... В Скинграде нам нужно двигаться в Квотч. Возможно, мы двинемся в следующей серии, возможно, в этой, потому что Скинград сам по себе город интересный. Скорее всего, в этой. Так, ну и что мы делаем? В последней серии мы обнаружили здесь пекаря, который готовил рулеты. Это было прекрасно. Обожрались просто до одури. Но сейчас нам нужно двигаться дальше. Кстати говоря, читаю комментарии. Постоянно кто-то меня ругает там за то, что, возможно, там я не пользуюсь магическими умениями. Что что-то я делал неправильно, но здесь нужно учитывать, что, во-первых, то есть это слепое прохождение, у меня нет времени разбираться вне серии, там читать какие-то мануалы, как кто-то советует, нет времени там прислушиваться к каким-то там, я не знаю, многометровым там постам, в которых подсказки о том или о другом. То есть слепое прохождение, это накладывает свои отпечатки, и поэтому в начале вот таких объемных прохождений, как Skyrim, Oblivion, всегда идет серьезная тупка, пока не пойдет понимание там уже, как работает именно механика в этой игре, при том, что вот в Oblivion она, скажем, достаточно серьезно отличается от всего, что мы привыкли видеть в RPG-шках этого плана. Поэтому определенные моменты, конечно, здесь возникают проблемы, но я думаю, с этим ничего страшного. Допустим, многие ругают меня, что вот я, ну, не использую броню. Это серьезно осложняет мне жизнь. Но я думаю, что просто как найдем хорошую броню, мы будем ее использовать. А так, по сути, кого-то вот эти вот, блин, я не знаю, гамаши там раздражают. По большей части, то есть все идет стандартным чередом. Кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Кто-то ведет себя нормально там в комментариях, кто-то ругается. Ну, кого-то я баню, кого-то оставляю. Ух ты. Сюда. Что? Да, ты. Нам нужно поговорить. Мы не можем говорить тут. Тут людно. Встретимся за великой часовней в полночь. Смотри, чтобы не было слежки. Ты не пожалеешь о потраченном времени. Что-то мне все это не нравится. Так, хорошо, мы, во-первых, сохранимся. За великой часовней. Это вот она, наша великая часовня, что ли? Судя по всему, да. А здесь у нас замок, кстати говоря, крайне не кислый в Скинграде. Нет времени на разговоры. Еще увидимся. Так, ну и что у нас получается? У нас... какое время сейчас? Так у нас раннее утро. Ну, не знаю, давайте тогда подождем, что ли. Сейчас мы, конечно, тут маленько побегаем, посмотрим. Вот, допустим, Амброуз Кан. Я Амброуз Кан. Работаю на винограднике братьев Сурили. Также я даю уроки блокирования щитом и оружием. Блокирование — это хорошо, а ты бы меня научил, конечно, клинками помахать. Ну расскажи про себя, дружище. Вернее, про квартиру. Об этом я могу говорить только с друзьями. А, вот, давайте попробуем еще раз разобраться с системой подкуп, потому что сколько серий прошло, а я в ней по-прежнему втыкаю. Мне там пытались объяснить, но я просто не успеваю это читать. Так. Слушаю. Короче говоря, старт. То есть вот сюда мы смотрим, он такой достаточно напряженный. Вот это ему нравится. Вот это ему вообще нравится, то есть будем восхищаться, какой ты у нас красивый. Замечательно. Что еще я могу сказать? Это явно не то, да? Давайте мы используем подкуп. Это мне не стоило. Ты попусту тратишь время. Так, нет, подожди. Ему нравится хвастовство и восхищение. Хвастовство более-менее, восхищение по полной вообще. Отлично. Хорошо, так... С подкупом я пока не понял, честно говоря, какой что делать. Какой разумный подарок. Но тем не менее... Так. Давайте еще подкуп используем. Какой разумный подарок. Но я все равно так или иначе вынужден сюда нажать, потому что я не могу вот эти нажать, пока... Ну-ка. А, ну... Что-то начинает пониматься маленько, как короче мило. Говоря. Как раз то, чего мне хотелось. Отлично. Так, ну и теперь что у нас? А у нас все еще идет мини-игра. Я ценю этот жест. Поворота больше нет.
Нет, ну... Какая гадость. Тем не менее, короче говоря, в итоге я опять все запорол, что ли? Ну, у нас расположение 72 получается, да? То есть уже более-менее, ну-ка, допустим, готово. Отлично. Да, попробуем поговорить теперь. Я не хочу распускать слухи. Вот, отлично. Но он кажется мне слишком странным. Однако его здесь терпят. Короче, и ради этого я подкупал тебя. Ну ладно. Более-менее я понял, как эта система работает. Давно уже нужно было понять, потому что многие квесты тут именно с хорошим расположением начинаются. Ну ладно. До свидания. А раз у нас такой дружбан, то давай ты нам про слухи расскажи. Надеюсь, я смогу помочь. Я тоже надеюсь. Расскажи нам по слухам. С Глартиром творится что-то странное. Кто-то должен присмотреть за ним. Хорошо. Что вообще в городе творится? Фадус Калидиус из гильдии бойцов тоже обучает искусству блокирования. Но он признает, что я лучше его во всех отношениях. Хорошо. Ладно, бывай, друг. Еще увидимся. Вполне возможно. Может, навыки блокирования увеличить? Сколько у нас денег-то вообще? 800 септимов не так, чтобы много, поэтому... Так, вот это мы скинем, мало ли что. Ворованные еще, блин, опять нас заметут, менты. Что еще у нас в городе есть? Погода, кстати, что-то мне не сильно нравится, как-то пасмурно. Глартир. Ты не видишь, что я очень занят? А, так это ты и есть Глартир, понятно. Ты в своем уме? Ты все испортишь. Нас не должны видеть вместе. Нет, я не знаю, как попасть в имперский город. Спроси лучше кого-нибудь другого. Так, ну хорошо, за великой часовней. Давайте подождем где-то... Сколько сейчас времени? Сейчас время у нас 10:30. Мы подождем до 11:30, но вечера. То есть 13 часов получается. Достаточно долго мы тут простоим. Но тем не менее. Интересно мне, что такое с Глартиром тут поперло. Ну, вообще, нам, конечно, нужно качаться, качаться по большей части, потому что, блин, ну, нам все нарезают. Вы видели, в последних сериях было просто избиение. Так, вот ночка. Глартир, кажись. Глартир. О, кладбище. Жутко. Хоррор. Что еще у нас тут? А вот он, по-моему, нет? Да. Я же сказал тебе, не говори со мной на людях. Мы все... А, еще рано? Ах, извини, я не знаю, который... Так, ну время у нас 11:37. А он говорил в полночь или после полуночи. Давайте мы сохранимся, попробуем еще на час мотнуть. Я думаю, нормально будет. Так, за часовней. Ага. А, вот и ты. За тобой не следили? Хорошо, мне кажется, я могу доверять тебе и никому другому в городе. Они все сговорились, все следят за мной. О, чувак, да у тебя проблемы. Ну, да, я хочу. Тебе следует для меня кое-что сделать. Я заплачу тебе золотом. Ты ведь любишь золото, правда? О, да, правда. Много золота. Это хорошо звучит. У меня есть проблема. За мной следят, наблюдают. Избранные Марукати, возможно. Не знаю. Я угроза, понимаешь? Угроза их планам. Я слишком много знаю. Мне нужно проверить кое-кого. Тех, кто, возможно, следит за мной. Понаблюдай за ними. Посмотри, куда они ходят, кому докладывают. Ты поможешь мне? Это звучит достаточно просто. Да, я помогу тебе. Очень хорошо. Ты не пожалеешь об этом. Я хорошо заплачу тебе. Я еще не говорил об этом. Начнем с Бернадетты Пенелис. Будь рядом с моим домом в 6 утра, и ты увидишь, что она следит за мной. Посмотри, куда она ходит и кому докладывает. Встретимся здесь завтра ночью. Да, и никогда не обращайся ко мне на людях. Они наблюдают. Они не должны знать, что ты помогаешь мне. Ты посмотри. А кто это вообще такая? Ее дом находится почти напротив моего, через улицу, к юго-западу от часовни. Совпадение? То... Так не думаю. Совсем крыша едет, да? Вообще про город расскажи, мне интересна твоя точка зрения. Я мог бы рассказать тебе многое, столько секретов. Но тогда тебе тоже будет грозить опасность. Будет лучше, если нас не увидят вместе. Ну хорошо, бывай. Помни,
Бернадетта Пенелис в 6 утра. И она не должна заметить, что ты наблюдаешь за ней. Так, Пенелис, понимаешь. Хорошо. Где там твой дом? Я в этом городе особо не ориентируюсь, конечно. Так, а вот у нас появился другой значок, да? Ну. Пташка прочирикала мне, что ты ходишь по городу и расспрашиваешь о Глартире, нашем местном чудаке. Мне хотелось бы знать, почему. Больно много хотелось бы. Это тебя не касается. Это меня касается. Позволь мне представиться. Капитан Дион из Стражи Графа к твоим услугам. А теперь ты расскажешь мне, почему ты интересуешься Глартиром. Да я просто любопытствую, братух. Вообще, то есть тебя не касается. Отлично. Можешь и дальше играть в эти игры. Позволь мне дать тебе дружеский совет. Глартир сумасшедший. Может, он безобидный сумасшедший, а может, нет. Если он попросит тебя сделать что-нибудь странное, расскажи об этом сначала мне. Или любому из городских стражников. Мы разберемся с этим. Ну ты же мне денег не пообещал. Человек платит мне деньги, поэтому... Извини. Приветствую. И тебе не кашлять. Так, пойдем. 6 утра. Сейчас у нас время... час ночи. А квест обещает быть интересным, да? Только я, конечно, как в боевом плане, сейчас вообще себе ничего не представляю. Но... Зато у нас есть глава. Глава самое главное. Дом Бернардетты. Так, мы затихаримся где-нибудь вот здесь. Ой, что я делаю? Ахаха, прекрати. И подождем... 5 часов. Я надеюсь, я не опоздаю. То есть 16 минут, я думаю, ничего не изменит больно-то. Не хотелось бы еще сутки проматывать. Так, а вот она. Хорошо. Так, стражник, я надеюсь, против не будет. Налево-направо. Сейчас узнаем, что это вообще такое. Почему-то мне кажется, что он отнюдь не сумасшедший. Так, она пошла в собор. Мы не палимся, но идем за ней. Здесь это, конечно, называется часовня. Так, это она? Наше задание. Так, кроме того, следить за ним. Мне нужно быть у нее. Понятно. Короче говоря, ну пока что я вижу, что она с утра пошла помолиться. Это же она? Давайте так, не палясь особо. Это Мари... Это не то. Может, она тут? Нет, она не тут. Куда она подевалась-то, елки-палки? Я опять втыкаю, наверное, по-глупому, нет? Так, ну сюда не ведет ничего. Приветствую. А, вот она сидит же, наверное. Я думаю, это мужик сидит какой-то. Да. Так, воровать мы у нее ничего не будем. Пока что просто ждем. Тихо, тихо, тихо. Как дела? Бывало и лучше. Это очень плохо. Добрый день. Еще увидимся. Хорошо. Здрасте. Так, она вышла уже. Чуть отойдет, пускай. Теперь можно выходить.
Блин, прикольный квест. Так, тихо. Спокойно. По-моему, она идет к нашему приятелю. А, нет. Красивое место вообще такое, серьезная крепость. Паренек, смотри, все стоит, да, что-то там разглядывает. Здрасте. Так, что? Куда же ты идешь? Это мне весь день так за ней ходить? Это же офигеешь. Ну окей, она вообще куда-то в другой район пошла. Ох, вторую половину города, походу. Хотя, может, она вообще из города пошла. Интересно, девки пляшут. Опа, она выходит из города. Да? Да-да. Что-то подозрительное это как-то. А врата какие, да? Здесь просто целый полк можно провести. Хорошо, что-то мне кажется, нам не придется целый день тут гулять, потому что мы сейчас увидим нечто крайне важное. Так что дальнейшее уже потеряет смысл. Ой, лошадка. Какая-то замученная. Ой, тихо, это что такое за фризы? В Обливине иногда бывает. Что-то дергается как-то все. Куда она идет вообще? Куда она может идти? Там поодаль я вижу какое-то сооружение. Возможно, туда. Блин, я тащусь от... так, хватит тормозить. Тащусь с атмосферы в этой игре. Это, по-моему, просто шикарно. Что ты хочешь, девочка? Копаешь? А, ты на огороде, что ли? Блин, не дай бог, он на самом деле умалишен, и она ничего из себя не представляет. Если я сейчас буду несколько часов смотреть, как она обрабатывает поля, это будет печально. Может, не убить ее просто? Нет человека, и нет проблемы. Но мы не будем этого делать. Давайте тут пока отдохнем. Ох, работает, короче. Давайте сохранимся, что ли. Приятный видок такой, да? О, да он наверняка какой-нибудь долбанутый, а мы тут дурью маемся. Давайте пока стреляем на удачу. Вот тут прям наверх не умеет стрелять. Я хотел себе в лоб залепить. Работает пока.